не молил ничего. Поднялись сейчас на высоту 2200 метров. Блин, так красиво. Я уже после этого в Абхазию, наверное, интересно будет ехать. Смотрите. Куда мы забрались? Как тут круто! Классно! Какой вид шикарный просто! Поднимемся. Ты на лучах поедешь! Вот на этих? Вот на лучах! Вот на этих? Поехали. Мы с детьми решили еще на один подъемник забраться, но этот прям очень страшный. Он открытый. Я не могу вниз смотреть, у меня ноги трясутся. Тебе вообще что не страшно? Смотри вниз, где мы. И у меня несутся ноги. Ты че? Смотрите, как там высоко. Там облака под нами. Нельзя смотреть вниз. Вы че? Сумасшедшие дети. Осторожно. Забрались сейчас самые-самые облака. Вот жалко, что самый последний подъемник уже отключили в 5 часов. И туда людей не отправляют. Обратно очень большая очередь на эти подъемники. Сейчас, наверное, можно простоять. Хотели без очереди пройти. Но даже с ребенком не пропускают без очереди. Мы решили пешком забраться на эту гору. Смотрите. Я думаю, получится. Давай, давай, быстрее. Анют, как тебе на шее сидится? Хорошо? Хорошо. Напей. Хорошо. Ну на, он теплый уже. Остыл. Даже на закат успели, наверное. Успели. Успели, успели. Вот только посмотрите. Это космос какой-то. Космос космический. Фу. Классно.